Привет, народ. 10 апреля нынче 2024 года. Черная львинка наша до сих пор размножается, до сих пор откладывает яйца. Ну, молодцы, что сказать. Значит, все нормально. Яйца собираю через день. Так, ну вот она, вся эта ферма у меня стоит. Вот сюда сегодня переселил. Только переселил с брудера. Так, сейчас минутку, как бы мне это стоит, чтобы то, что осталось, выпало туда, в ящик. Так, ладно, сейчас уберем. Вот смотрите. Ой, здесь очень жарко сейчас. Вот оно, это малек. Он кишит. Поставил тара на тару, потому что, ну, мальку надо тепло. Здесь у нас уже готовый опарыш. Вот он. Он очень крупный. Вот, смотрите, какой он. И он еще ест. И это очень хорошо. Значит, муха будет здоровая, огромная. И будет откладывать много-много яиц. Вот, он уже... Ну, он уже достиг своего этого пика роста. Но еще ест, значит, будет расти. Так, эту приманку я вывалил с инсектарий только что. Там тоже есть опарыш. Ну, это у нас уже тара. Сейчас что-то... Это вот вёт, тазы уже. Ну, здесь его... Здесь в этих тазах его очень много. Вот оно. Вот он. Кишит. Здесь он такой средненький, но через пару дней уже будет здоровый. Заметил, что в этом году, вот если поставить навоз и там отруби с чем-то, пойдет на навоз куриный помет. Мне казалось, те года, что наоборот, как-то это, сейчас прямо он от этого навоза тащится. Так, здесь тоже, ну, почти малек, вот он. Вот видите, здесь навоз я кинул в перемешку, немного такого, немного такого. И вот он весь в навозе сейчас. Вот здесь тоже навоз, но он здесь внутри. Весь малек. Поэтому, и чтобы немного разнообразить кровь, питание, чтобы было разное, муха у меня не меняется, я не завожу никакую другую уже сколько лет работаю с одной мухой. Ну, главное это кормежка, хорошая кормежка. И я так думаю, одну партию одним кормить, вторую партию другим, там уже сама составляющие мухи будет разная. Соответственно, ну, и, ну, кровь не будет, как он называется, имбриндинг, не будет кровосмешания. Поэтому, ну, это мои предположения, я так делаю. И уже сколько лет муха нормально не вырождается, очень крупная, опарыш огромный. Вот. Так что все, процесс идет. Сейчас ждем потепления на улице. Ну, хотя уже днем 15 на улице. Солнышко светит, завтра дождь вроде обещает. А как по ночам будет хотя бы плюс 5, ну, это, наверное, в мае. Я начну отправлять уже посылки. Сейчас пока вот это сейчас, вот здесь начнется с этого опарыша появляться муха. Я этот процесс запущу. Ну и потом на видео скажу. Посылка в этом году будет стоить 3000. В том году я ее последний отправлял, по-моему, по 2800. Ну, упаковка, все подорожало. Все подорожало. Поэтому 3000 посылка, 10 грамм яиц. Ну и доставка бесплатная.
Опарыш, сам опарыш на развес 600 рублей. Потому что отруби тоже подорожали. Ну что, все дорожает, посмотрите, мясо сейчас. Яйца опять в цене взлетели. Так что отставать не будем от цены. Все, процесс пошел. 100% будет черная львинка. Так что скоро видео сниму. Как начну отправлять. Вот я говорю, с этой партии мы возьмем муху. Очень сильная, будет очень хорошие кладки. Потому что это все сейчас от зимней мухи вылупляется. Я вообще боялся, что слабо там, столько зимовало. Нет, очень хорошо. Вот видите, огромный результат дала эта муха. Если 10-20, ну я отсюда не знаю, килограмм, наверное, 50. Если вот это все собрать, вырастить, килограмм 50 опарыша у меня будет. Вот сейчас вот в этой партии. Поэтому хорошую муху возьмем, хорошую предкуколку, и уже будем разводить сильную муху. Ну все, народ, спасибо за просмотр. Как начну отправлять, как процесс пойдет, как потеплеет, чтобы посылка не замерзла, я обязательно скажу. Всем пока, скоро увидимся.